Компания Kia пересмотрела комплектации седана Церата. Все машины, кроме базовой версии Комфорт, получили медиасистему Яндекс.Авто с онлайн-сервисами вроде навигатора и Алисы. Чтобы запустить ассистента, можно воспользоваться отдельной кнопкой на руле или произнести стандартную голосовую команду, например, «Привет, Алиса». Помимо этого, в промежуточную версию люкс добавлена камера заднего вида, отсюда и подорожание на 30 тысяч. Топовый престиж прибавил 20 тысяч рублей за счет бесключевого доступа и электропривода зеркал. Наконец, на смену версиям премиум пришли комплектации GT-Line с черной глянцевой отделкой решетки и зеркал заднего вида. Еще одно отличие — спойлер на крышке багажника. В салоне GT-версии установлены сиденья с более развитой боковой поддержкой, накладки на педалях и спортивный руль с подрулевыми лепестками переключения передач. Новые версии со спортивным уклоном дороже прежних на 25 тысяч рублей. Международное жюри признало новый MAN Lions Coach лучшим туристическим автобусом 2020 года. Премия была вручена на выставке Bus World, которая отныне проводится в Брюсселе. Премия Coach of the Year вручается лучшему автобусу раз в два года, так как награждение лучшего лайнера чередуется с наградой за лучший городской автобус. В этот раз за звание автобуса года боролись 5 новинок. Притом организаторы выставки Bus World решили также отметить специальным призом Volvo 9920. Он получил премию за безопасность.